Ролик сравнения обычного ЖК и OLED. Но OLED я показывать, честно говоря, не буду. Видите, как картинка плывет? Вот, видите, медленно додвигаю, вот вокруг. Смотрите. Видите, да? Ну вот, даже вот медленно вот так видно плывет, вот в сторону вот. А когда я быстро, если еще меньше вокруг него, видите, что творится? Он по кругу ходит, по кругу. Это же жесть, даже камера смартфона успевает. Вон они все эти значки плывут влево, вправо.